Друзья, всем привет, привет, привет. Ну что, загрузили мы, как говорится, запустили второй аквариум. Потихонечку, видите, совсем другой свет. В первом аквариуме я немножечко хотел добавить красного. Там, где у меня будет Данио, Тернеце, чуть-чуть красного больше. Этот аквариум более холодный. Видите, более синего побольше и белого холодного. Вода ледяная. Сейчас мы с вами посмотрим, и все увидите. Не знаю, камера сфокусирует. Да, сфокусирует. Где-то 10 градусов вода в этом аквариуме. А в этом у нас включила, конечно, грелочку. А тут у нас 20-24. Так что, конечно же, включила я грелочку. Вода должна за пару дней согреется, отстоится. Как всегда, как и в других аквариумах, тоже справа я поставил биокерамику и Хейм Про. Снизу губочка. Два аквариума у меня подсоединено на один шеговский компрессор. Смотрите, сейчас вы увидите, что некоторые говорят, шега не пробивает два аквариума. Друзья, все пробивает. Вот, видите? Вон живая лава, как там крутится, вертится. Это в первом аквариуме. Во втором аквариуме немножечко, когда вы только загрузили, еще они не набрали то, что пластмассы не набирают воду. Ну, посмотрите, эксперимент. Когда в новый я положил, она просто тупо сверху лежим пластом. Но потом начинает бурлить, начинает кипеть, и все приобретает свой нужную кондицию. Так что совсем скоро мы с вами поставим третий аквариум. Уберем вот этот, который, как я говорил, надо немножечко поменять. А, по поводу, как выглядит, да? Смотрите, друзья. Вот. Вот эта пластмасса для живой лавы. Кто так? Ну, по-разному ее называют. Бурлящей лавы. Я купил себе сразу 30 литров. Именно белый. Ну, ничего страшного, как говорится, надо пытаться, если есть возможность, копить получше. Ну, в этом случае мне нахватит вот как раз на мои аквариумы, которые тут и будут все стоять. Уберу картину, сделаю верхнюю стоечку. Ну, все постепенно, Москва не сразу строилась. Потом, конечно же, надо будет с розеточками продумать, убрать. Это у меня свет, третий аквариум тоже. Я пока временно, знаете, потому что всегда думаешь, блин, надо было так, надо было так, надо было то. Вот сейчас я хоккей смотрю, слушаю. И аквариум одновременно делаю. Поэтому меня спрашивают, ребята, у нас откуда у меня столько времени? Ребят, смотрите, вот сейчас идет хоккей. Да, Латвия. Сегодня у нас играет Германия вечером. Германия, Финляндия. И я спокойненько что-то делаю. И одновременно хоккей слушаю. И полезно, и приятно. В этот аквариум я, конечно, тоже бы еще лаву хотел кусок найти. Но если кто-то знает, где в Риге недорогая лава, ребят, пишите. Буду очень признателен. Или вы знаете, номер телефона есть в контактах у меня в описании. 29773902. Или кому-то надо, например, там, живородка, скалярия, там, неоны, родостомосы, пираньи, тернецы, дискусы молоденькие. Вообще просто большой ассортимент рыбок. Так что спокойненько звоните, вы как всегда знаете. Я вам могу предложить, поменять, обменять. Короче, мы с вами договоримся. Спасибо, ребят, что вы смотрите. Еще раз телефон я сейчас ставлю. Вы увидите номер. Там есть два номера. Или 25-200-200, или 29-77-3902. Вам большое спасибо. И запускаем дальше аквариумы, друзья. Всем пока-пока-пока. Друзья, сегодня мы в Вентспилсе. Это 220 километров от города Риги. Повез я, отвез человеку 20 рыбок. 20. На топливо потратил в два раза больше. Но мы так и так хотели. Смотрите, какой ветер. И в Энклсе вы можете прогуляться, поехать. Называется это Моллс. Кораблики. Все, посмотрите, как ухаживают, как делают. Вообще шикарный город Вентспилс. Смотрите, да? И вот туда прогуляться. Жена пошла с детьми. И я сказал, нет, я посмотрю кораблики. Пойду прогуляюсь. Морская тема. Вот так вот можете походить, посмотреть. Бывшие суда, которые были в эксплуатации, но сейчас их сняли с эксплуатации, поднялись мы с вами как можно выше. Фух, ветерочек солидный,
Но кто любит фотографии, это, конечно, шикарное место для фотосессии. Практически Титаник, если так сказать. Вот туда берег. Огромный берег. Мы каждые выходные куда-то ездим, где-то тусуемся. Стараемся проводить время с семьей. Так как время летит быстро. Ребят, большое спасибо, что вы смотрите. А я что-то пытаюсь показать интересное. Как всегда, лайк вам.